Я думаю, с каждым годом у меня личная ответственность возрастает. То есть я уже не могу прийти на конкурс и не занять хотя бы призовое место. Ответственность высокая. Уровень мастерства конкурсантов и конкурентов всегда растет. Ну и традиционно народу привлекается гораздо больше. Все больше людей хотят участвовать, хотят побеждать. А приходят и моложе, и агрессивные. Но пока все получается. Держим победу и марку. Постоянное участие в конкурсах – это постоянно тренировки. А мой уровень не падает, он только растет на работе. И те элементы, которые раньше казались не совсем легкими, уже получаются очень легко. Даже все уже до автоматизма доработано. Проблем никаких нету. Мне очень понравилось, очень все масштабно, шикарно, ярко, красочно. Мне очень понравилось. Очень много детей. Вот это вот, скажем, шоу с флагом, когда дети выходили, я даже не знаю, сколько их человек было, не одна сотня, наверное, стояли. Это потрясающе, я даже не могу словами передать, как это. Я вообще в первом ряду сидел, вот метр от них, мне очень понравилось.